если это какой-то действительно уже бразильский политический сериал какой-то, а вот с таким вот уклоном, когда он ее любил, она не знала, что он ее отец, и вот так вот как-то вот все. И вот просто вот отношение человека к правосудию. Ну, правосудие, конечно, у нее, может быть, и есть все, что необходимо правосудию, но она, тем не менее, знает, что перед законом все равны. Ей нужно обязательно ответить за свои поступки, а так как она понимает, что она виновата, ей не хочется туда приходить. Почему? Потому что ей даже и стыдно. Один раз она прилетала в Харьков, мы ее встречали, она такая веселая, красивая, симпатичная, шла как собачка подарила. Она перед народом была как бы как королева. А когда проснулась и оказалась в следственном изоляторе, или там даже в зоне, то она поняла свою ситуацию, что все, для нее все закончилось. А у каждой женщины, у каждого человека, который оказывается там, начинается страдать.